Полковник внутренней службы УФСИН Николай Булкин посвятил любимой работе большую часть своей жизни. Он сумел наладить выпуск оборудования для цементной промышленности в исправительной колонии номер 16. Оно пользовалось широким спросом, его поставляли в 21 страну мира. Сегодня на церемонии открытия мемориальной доски пришла дочь Николая, Ирина Рабкина. Рассказывает, мужчина был не только образцовым сотрудником, но и любящим и заботливым отцом. Хочу сказать, что он удивительный был человеком для семьи. Это был удивительно любящий, заботливый, внимательный. Это была, в общем, опора всей нашей семьи. Он был как бы центром нашей семьи. Он всегда думал наперед о нашей семье, заботился о нас. И, конечно, нам его очень хватает. Коллега Николая Булкина Аркадий Красильников написал более 20 научных статей, в которых изложил методику воспитательной работы, а также стал автором книги по истории уголовно-исполнительной системы «Ремесло окаянное». Их все знали, и молодцы, что сегодня вот заслужили люди, и надо за это говорить спасибо их коллективу, что не забывают. Значит, коллектив на верном пути, верной дорогой идут. За успехи в службе оба офицера еще при жизни получили государственные награды, в том числе почетные знаки от главы региона за труд во благо земли Самарской. После увольнения Николай Булкин и Аркадий Красильников работали в ветеранской организации и передавали опыт молодым сотрудникам. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.